Друзья, всем огромный привет! Мы в Костка. Давно мы здесь не были. Любимым нами, любимым вами, Костка. Не были уже 2 дня. Да. Знаете зачем? А догадайтесь. За арбузом, конечно. Папа сейчас понесет большой арбуз. Взяли тележечку. Смотри, папа, у тебя такого полотенечка нету. Это, по-моему, не флаг. Это полотенец. Флаг. Полотенечки пляжные. Вообще пляжная такая полочка. У нас вот такая. Да? Без звезд, да? Просто с полосочками. О, нифига, ага. Вот это шарки. Вау! Это батут? Это на... мини-бассейн. Ну там батут, я так понимаю, сверху. Ну как надувной, да? Ну как, горка, лесенка. И внизу бассейн налить водички. И во дворе поставить. Ну, это когда маленькие дети. Эти палочки для пурхан. Точно, я в прошлый раз взяла, да. Ну, что ну, делать? Скидка по 2 доллара, можно ага. Доллара. Ну, сейчас уже не надо, у нас много их. Паста зубная у нас. Ой, и паста тоже скидка, блин, а я в прошлый раз этого взяла. Да, я взяла в прошлый раз, да. 50 скидка. Ну, прикинь. Вот покажем сейчас те, кто собирается покупать, друзья. Ребят. Вот, имейте в виду, смотрите. Кто здесь, имейте в виду, можно купить не за 15, а за 9,99. Чего все идут с пастой? Ну, потому что это хорошая цена. А у нас мы купили, да? Я вот такую купила, да. В прошлый раз? Да. Ну, можно взять, конечно, да, за 9-то долларов. У нас много. И... А, ну здесь... А, нет. А, о, Вовик, подожди. 4 упаковки я, правда, уже купила. Тоже скидка 11,99. Но надо взять. У нас... А, нет, такие мы... А, я люблю гелевые. Нет, такие не пойдут. Да, дезодоранты тоже женские на скидке, но он не гелевый, а белый, короче. Так, мы такой не очень любим. Какая разница? Ну нет, они мой постоянно таскают, поэтому я беру свой уже гелевый, тоже секрет, но гелевый именно. Так, да, это что сухой, у нас для сухой кожи? А что это такое? Это увлажняющий лосьон. Да. Увлажняющий лосьон. Ну, я не пользуюсь. Друзья, кто-то спрашивал из вас в комментариях, несколько комментариев. Лена, девочки, что не пользуются гелями для душа. Нет, мы не пользуемся. Мы только шампунем пользуемся. Кстати, вот есть классический. И я, мыло, и девочки. У нас универсальный шампунь. Уже давно не пользуемся. Шутка, обычный Пантин. Но, смотри. Мыло. Вот от бренда Костка. Мыло, да, бомбическое. А-а-а. Стоит вот такая упаковка. 11,99. Здесь, да, 15 штук, 12 пахнет? Баксов. Не чувствую вообще ничего. Ну, ничем. Они сейчас запечатаны, но я думаю, что не тратят. Это от бренда Костка будет немножко дешевле. Вот смотри, какая скидка, давайте просто покажем. Смотри, шампунь и гель для душа. Да, короче, универсальный. Стоит сейчас она 12 долларов, скидка 4 доллара. Нам не нужно никому, девочкам. Нет, мы нам только шампунь, которым мы пользуемся, и все. Я уже, кстати, рассказывала, я шампунем пользуюсь, вот Пантин, еще неважно какой, и как для тела, и лицо я умываю шампунем. У меня никогда в жизни вообще нет никаких умывающих. Слушай, средств для лица. У нас раньше было хозяйственное мыло, ничего мы сидим. И ничего, пережили. И волосы остались и на месте. И посуду мыли. И животных, и котов, и собак, и себя, и ничего. А потом появилась, живы. Помнишь, турецкая дура. Воняла адски, глаза выжигала, но, блин, все ими. Но это был прорыв большой, нет, это был, да. Мы на него молились просто. Это правда, был, экономили, молились, дуру, да. Дуру было, было, да. Хозяйственное мыло мы стирали. Потом у нас получилось улькерчокопля. Шоколад турецкий был очень вкусный, кстати. Да. Ничего не было. Ну да, а что делать? У меня, друзья, просто такая фишка. Я в этот маркетинг просто не верю, поэтому пользуюсь обычным шампунем, не вижу никакой так, разницы. Мы смотрим сейчас еще чайник, смотрим. Ну, мы чайник, говорили, да. В прошлый раз была бешенючая скидка. А сегодня ее нет. Она закончилась. Да. Надеюсь, кому-то пригодилось в нашем видео. Кстати, имейте в виду, рассказываем лайфхак для тех, кто приехал недавно и закупает Костка. О чем нам поделились наши профи, спасибо им за это, местные. Значит, если вы купили какой-то товар, вот как мы, допустим, купили что-то там, пылесос, и через какое-то время на него скидка, то вы можете пойти и получить, короче, эту говоря, скидку. Хотя купили вы без, да, скидки. Да, получить возврат. Да, да. То есть вот этой скидки. То есть, это очень здесь... круто, да. Это спасибо нашим, кто живет здесь, нашим зрителям, нашим друзьям, можно сказать уже. Да, о, это нам к школе. Сейчас нет, конечно. Потом на следующий день появится. По сути, мы сейчас могли пойти взять чек. Угу. И все, что мы там, шампунь там и так далее, зубную пасту. И вот эти там, да. 10 долларов себе сейчас забрать. Да. Ой, смотри, Вов, уже back to school появилось. Ну, такое нам, в принципе, это уже не нужно. Не то, что уже не нужно. Вот, смотри, кстати,
смотрите, коробка, наши школьники коробка не пишут бумаги, ручками. Но это самая дорогая премиум брайт. $25. Стоит $25. Это обычная бумага из... Сколько там? Да. Три, вот, да? Смотри, сколько? 800 4? Страниц ее просто можно купить. 8, то есть не 100, а 800. Стоит 8,50. Угу. Это А4 обыкновенная. Да, ручки. Если цветные, здесь, вот есть какая-то маркеры. Тут... А, это Шрёдер, да, я так понимаю? Да, это Шрёдер, микрокар Шрёдер. Это машинка, которая... Которая что? Которая перемалывает бумагу стенам. А, да-да-да. Быстро да, да. Документ, пока тебе дверь вырезает. Ты написал пост, короче говоря, про Путина. Тебе бензопилой дверь вырезает. Ты такой раз. Но в интернете-то Шрёдера нет. Так, а это что такое? Друзья, классные ножницы. Кто не знает, шикарные ножницы. Пользуюсь постоянно вообще. Дети обожают ими пользоваться, потому что самые лучшие ножницы. Острые, удобные, удобные ручки. Супер вообще ножницы. Обожаю их. Да. Конвертики, да, ну кому письма надо рассылать. А вот, кстати, вот это 5000 страниц, 5000, это, я так понимаю, $35. Она, смотрите, стоит за лист 0,07 цента. Это надо то вот за это смотреть. Вот это вот прайс, а, ну нет, это, нет, это, не это за лист. Пачку, да, получается, пачку. $5, ну тут да. нет. А, вот. Можно вот. Открыть, даже посмотреть. Вот смотри, вот это обходится в 0,11. Видите, открывают, прикиньте. В 0,11 она обходится. А там 0,7. А там она в 0, не 0,7, а 0,07. Mm. То есть... $35 стоит... Листочек. Да не листочек. Да нет, 5... вот это листочек это, стоит, да, а листочек, это за упаковку. А это стоит упаковка, $35 стоит 5000 страниц. Да, ну кому нужно много бумаги, это кто, да, довольно для офиса. Недорого. Вот так она внутри. Она просто в белую запакована, видите, вот такую mm-hmm. бумагу. Да. Ну вот я смотрю, открывают. Здесь вообще это нормально, здесь никто даже замечания не сделает. Уже помнишь, сколько раз уже ну, видели? Не есть одежду на себя одевать, из упаковки доставать, трусы какие-нибудь, мы уже рассказывали. Одел, положил, упаковка ну, распакована. Так, это, не то, это очень некрасиво, это согласна. Очень некрасиво, так не но делать, это но... делают, и никто замечания ну, не делает. Ну, так смотрит, вот свинота, вот так. Ну, ну такие, как мимо, мы, да, и посмотрят, такие... скажут. Свинота. Ну да, я тоже так думаю, да. Это ужасно, да. Но, тем не менее, так делают, да. Так, смотрим, здесь у нас чайник есть? Чайников я не вижу, Вовик. Нам нужен чайник. У нас что-то как-то Ниндзя. Наш чайник, который ровесник нашей эмиграции, как-то барахлить стал. Но он был куплен доллара за 4 или за 5. Ну, я не за помню, 9, за сколько. Возможно, да, да, да. Он нам дорог, и как он, память. Он нам дорог, как память, да. Но слушай, он ну, что-то нет, забарахлил. Никакой... Нет, чайников здесь нет. Да, чайник да если нет. бы был, он был бы очень дорогой, мне есть, кажется, зато, здесь. Смотри, здесь качество. Огромная скидка, ребята, кто себе мечтал о роботе-пылесос, смотрите. Ну, нам просто не поможет никакой робот. Поэтому, смотрите, слушай, 300... вот это, говорят, вообще хрень какая-то по сравнению с Дайсоном. Что? Это? Ну, вот это эти, сделано, да, роботы... когда у тебя нормальный пол, а не как у нас, не как ковролин, да? И когда у тебя небольшое пространство. А как это, если не ковролин? Оно... В смысле? Он для пола, что ли, просто? Ну, он для ковролина тоже, но он... Это когда от нашего мусора он сойдет с ума. У ну, него... он не справится, он верно. Он объявит нам просто вот, друзья, война машины вот. Случится. $649 мы тоже брали без скидки, по-моему, так же. И я не знаю, такое у нас, не такое. По-моему, такое 11. Ну, я не знаю, выглядит, по крайней мере, так же. И это бомба просто. Ой, а вот еще один. Подожди, может, у нас вот такой? У нас вот такой, наверное. Мы не знаем, какой. 499. Это где? Как он называется? V10 это. А V10. У нас, наверное, вот такой. Это V11. Это V1. А чем отличается? Ну, коробка. Вот это побольше, кстати, коробка. Повыше. Автоматически. И сам он повыше, кстати, он, чуть-чуть. Он, короче говоря, автоматически адаптируется в зависимости от этого. От короче, зарядки, если да. этот когда-нибудь сломается, возьмем другой, расскажем. Да, но конечно, пока меня вообще полностью красиво. Устраивает, он не ломается, а и он справляется с нашей грязью, с нашим вот ковролином это, кстати, во всех пяти новое. Комнатах. Смотрите, вот iRobot это пионер. Это подзарядник, да, у него? А это у него даже не то, что подзарядник, сюда и мусор выкидывает, это корзина для мусора. То есть он поехал. Слушай, а куда там мусор собирается? Я вот знаете, вот я когда начинаю пылесосить всю нашу. У нас, кстати, вот такой тоже есть. Чего? Кто в курсе, у нас и вот такой тоже есть. У нас Dyson вот такой проводной, мы взяли его по очень хорошей теперь, скидке за $250, но я как сейчас никто помню. Никто им не пользуется. А теперь он, да, действительно стоит, потому что лень всем. Лень. Он тяжелый и, в общем, всем влом. Все пользуемся вот таким. Сейчас, Вов, секунду, я расскажу. Сейчас, секунду, Вов. Вы знаете, я когда пылесошу, я вот эту штуку 3 раза выкидываю, она полностью у меня наполняется, у нас все-таки животные, дети, люди. И я вот к чему хотела, а здесь-то мусор, у меня не влез бы сюда никакой мусор, где он там собирается-то, этот мусор?
То есть если я вот из этого выпихиваю три раза, пока все прочищу, то здесь-то сколько раз? Он заткнется, наверное, забьется весь. Ну, это у нас столько грязи, не у всех столько грязи. Ну, это да, согласна. Вы знаете, вот это я обожаю вообще. Когда что-то такое плохое, то это вы. Пока, а когда все хорошо, то это я. Маша не стала приходить ко мне в комнату приводить собаку, у меня была самая чистая комната. Кстати, еще. Да, Маша у нас теперь сидит все время за компьютером, там что-то какое-то... В общем, она собаками, там просто живет у нас в комнате. Дети, короче, да. Она, да, она там еще и ночевала, пока мы были вот, в Майами. Вот, прикольная штука. Вот это вот, кстати, нам нужна, реально. О, Господи. Это поняла, да? О, да, это крутая штука. Да, это, короче, вот это и вот. И скидка на нее хорошая. Давай возьмем, за 10 долларов? Да, давай возьмем. Ух ты. Ой, Вов, возьми, пожалуйста, мне вот такое. Взять, да? Да, возьми. Я пошутил вообще. Не-не-не, ты правильно пошутил. Да. Давай, да, берем. Аня, вот это все, это упаковка, да? Да. Подожди, да, да. О, смотрите, как много их. У нас да. Есть салфетки, но ты уверена, что она ну, нужна? Ну, мне это удобно, конечно, да? Будет, да. А да. Вот просто оно у нас стоит, и вот так вот раз, и отрывается. Ну, так прикольней стоять будет. Стоит сейчас беспонтово, а будет понтово стоять. Чего непонятного-то? Все, наконец-то долларов. У нас хоть что-то в корзине есть. Пойдем арбуз купим уже. Подожди, тут ножи чуть-чуть. Да, давай посмотрим, что тут новенького есть. Ножи. Ножи не знаю, вот не еще, брали. Кстати, набор, может ножницы, быть хорошие. Классные, такие, такие. Это, вот наверное, такие. Кухонные ножницы. Да, ты знаешь, для чего резать? 13. Может быть мясо порезать, может быть курицу. Я вот заготовки делаю, раз-раз порезал. 13. Нет, я сейчас пошутила, но это, скорее всего, действительно для продуктов ножи. Разных абсолютно размеров. Вы все время зажигаете, но они вот видишь. Я убери ножницы. Ух ты, вот это хорошее. Не, не берем, не берем. Да, я что ими резать-то? Я... Ну, напишите, друзья, что ими можно резать. Она... Если какие продукты, все например. Можно резать, а это что? Это набор, да? Вот это крутая лопатка. Вот она бы одна была. Зачем? Мне просто такое? Вот все они не нужны. Вот это для блинчиков. Это прям супер для блинчика. Крутая. 18,99. Вот это классная. Ладно, мне все три не надо просто. Иду. Да, давно. В этой стороне действительно у меня, смотри, какие прикольные тарелки подачи. Вот это вот когда. Ой, я люблю квадратные тарелки. Да, вся семья садится за стол, так вот подавать очень прикольно. А, роллы суши, например, ну, разложил. Да, мы же любители делать роллы суши. Нет, нет купить когда, и разложить. Когда вот так вот бургеры. А, серенькие тарелочки. Вся семья у нас вообще не садится, поэтому... Ну да. Да, у нас вся семья не садится за стол. Прикольный. Ничего прикольного это вообще. Это... Ну, для фруктов. Это очень круто. Была бы она вся и внутри вот такая, было бы прикольно. Что это за горошки? Ну, кому-то, да, подходит. О, ты батюшки. Стаканы из моего детства. Ну, там были другие немножко формы, но... А это для чего такие стаканы? А, для холодных напитков... Для газировки. Пить? Да ну. Чего? Да ну, да ну. Это не стеклянные. Ну, а так нам не надо. А нам и не надо. А это, по-моему, да, это стекло. Нет, вот эти классные вообще прям. 12. Да нафиг они уже не надо, только их брать, Вов. А... Да коктейли. Коктейли Маргарита. Это маргаритки. Да. Угу. Мороженое сюда можно. Это Маргарита, вот, тут тебе нарисовано. Да понятно, я коктейли не пью, поэтому говорю, для чего бы я... здесь не нарисовано. Для чего бы я применила? Я бы для мороженого применила. Я просто не пью никакие коктейли вообще. А, нет, чайников, Вовик. Ну, кстати, очень, очень печально. Да ладно, чайник в Walmart заедем, возьмем. Такая вещь. Для чего? А. Видишь, это удобно, вот так помыть? Ее ставишь, понятно, да? Помыть. На раковину, ага. Когда, и там чуть-чуть промыл, да, душочек, очень прикольно. Угу, да, прикольно. На раковину поставил, не надо его держать, да. Стоять. Ну, весы мы любим завешивать все подряд. Да, я же, да, коробочки. Мерные стаканчики, весы, у меня вообще этого никогда нет на кухне. Идеальные. Где-то мне в комментариях написали, купили такие же контейнеры. Друзья, согласна, классные контейнеры. Так, это что такое? А, это сумка холодильник. Угу. А это вот вот уже. О, для полотенечек, для тряпочек. Но она так ужасно смотрится. Да. Ну а для фруктов ну, тоже ужасно смотрится. Ну как кому как бы нормально нравится. Мне кажется, она сама по себе смотрится черная какая-то. А что? Вот смотри, какие есть тоже контейнеры. Ну и, конечно, неудобно, что крышка это вот так. Типа ну, кому-то может удобно наоборот, чтобы крышка не терялась. А их там несколько, да? Разных размеров. Смотрите, я вот такие не видела. Может, не обращала внимания, но не видела. Ну, вот так вот тоже. Они, видишь, они делаются вот так вот.
Но они герметичные. Прям, они, да, они с резинкой. Это когда прям, жиденькое что-то, да, чтобы не вылилось ничего. Вот это вот очень прикольно. В холодильнике хранит, да? У них открывается сверху. И что тут написано? Через... Такие вот контейнеры, 4 штуки. Да, смотри, это с вентиляцией. Это наоборот они. Так, это как вот так вот, да, как-то делается? А, вот так вот. Вот. А. И еще смотри, то есть он может быть, например, как когда ты что-то тебе не нужно воздух, так и можно снять, и будет вентиляция. То есть ты поставил вот так, понятно? И разных размеров есть большой. Ну, как сказать, если, конденсата если не будет. Если нужно, да, чтобы проветривалось, и если нужно, чтобы не проветривалось. В общем, ну, они разные. Такая, да. И очень прикольно, что когда, допустим, помыл образно ягоду, да, туда ее чтобы положил. Стекла туда жидкость. Да, она стекла, ты влага. Вылил вот так. И очень, очень и влага много. Стекла, и да. Ну вот здесь, набор. Видите, в основном показаны только вот фрукты, овощи, ягоды, зелень, потому да, что чтобы вот влага тот стекла. Тот же самый салат летис, он как бы... Ну что, удобно, раз стекло, все. Да, вот у нас, все... кстати, он сохнет, да, можно в контейнер да, вот такой вот положить. Так, смотри, они причем классно, что они унифицированы размером. Можно размеры, вот так вот хранить, вот так вот у тебя да. стоит в холодильнике. Да. Достал все, что нужно, поел там. Ну классно вот так ягоду хранить. 27 баксов. У нас, правда, ну, ягоды не хранится, у нас вот съедаются вот сразу. Вещи. Это вот от этого я набора. Не... Ну, вот этот набор, который, видишь, он тоже. Ну, у него нет, прям, это другой знаешь, какой-то. А вот это зачем вот эта интересная штука такая? А, держал это какой-то. Очень прикольно сделано. Это, короче говоря, смотри, 15 чашек, 10 чашек, 5 чашек. Когда тебе нужно отсыпать это и посмотреть. Дозированные. Да, это дозатор. Угу. У нас такие есть, только других цветов. Да, вот просто говно за всеми отмывает. Ёршики. Не особо относятся. Да, разные щеточки, ёршики с разными изгибами. Колеса мыть, наверное, колеса мыть может быть. Папа говорит, колеса мыть. Вот классные такие поставить на веранду. Вот, смотри, вот это... Что? Да я просто смотрю, та была круглая, вот эта квадратная. Ну, квадратная посимпатичнее а смотрится. Вообще? Просто так смотрю, та не была открыта, а это открыта. Я вот смотрю, как она смотрится. Ну, квадратная, мне кажется, лучше смотрится. Сколько она стоит? 30. Еще и скидка $8, друзья, тоже кто кому интересно, $35 сегодня. Ну, она посимпатичнее, по крайней мере, смотрится. Нам не пойдет, у нас это собака залезет. Пойдемте в стиль коврики все-таки, нет? Да не, не пойдем. Ну, ладно, пойдем, давай, ладно. Давайте полотенце, там посмотрим, например. Тумбочка продается какая-то. Так, вот здесь, ой, смотри, это раковина. В мастер-бедрум две раковины. Двойная, да. Беленькая. Это камень. Нет, это не камень. Камень? Не-не-не, это не камень. Вов. Ну ты его так потрогай. Ну это не камень, Вов. О, есть доводчик. Вау, какой классный ящик. Доводчики есть. Угу. Смотри, вот это прикольно. Ну органайзер, ну да. Да, классно. Вот так это выглядит, набор. На такой картинке? Набор стоит $900. $900, офигеть. Они в каждом так? Нет, не в каждом. Только наверху. О, сейчас, глубокий. Наверное, многие, кто из транс НГ, они сильно удивятся, но... США. Это очень круто. Дело не в крутизне. Дело в том, что очень сильно унифицированы все вот эти вот размеры всех там кухон, кабинет. То есть у них там буквально 2-3 вида. У них есть свои нюансы. Ну, не 2-3, но немного. Нет, я имею в виду 2-3 вида по размерам. Там есть внутренний размер, внешний. То есть, и, соответственно, то есть мы привыкли, что я вообще, когда увидел это в США, мне сначала это очень поразило. Всем все унифицировать. А потом я понял, что это крайне логично. Да. Потому что, это со временем только, да, понимаешь, это все вот эти вещи. Это очень практично и логично, и большинство пользуются именно так. То есть они выбирают только цвета фасадов, и все по большому и счету. Это, кстати, тоже довольно ограничено. То есть в доме, который мы с вами... Сейчас, Вов, сейчас я не могла пройти мимо, и не потрогать. Всего, Лена, боже, вот этот ковер всего классный. Стоит $230. $230. Вот любой из них, вот которые стоят вот до сюда, стоит, о, смотрите, а вот а беленькие-то, смотрите, ну, как бы, видимо, у всех есть животные. А вот серенькие-то на расхват, смотрите. Ой, боже, какой, о, ребята, ну, он реально классно смотрится. Вот такой синий. Очень как-то грязно смотрится, но если подобрать под мебель, то ничего так. Ой, смотрите, какая... Ой, боже мой, я вообще, вот с коврами я прям зависаю, это правда. Мне запах потрогать, это вот прям мое. Ну, я обожаю. Ковролин, который я бы прям... Нет, ковролин, конечно, совсем не мое, но ковер... Да, ковер я бы хотела. Я бы хотела полы. Нет, не надо нам белые полотенца. Это, смотри, это... $27. $27 за 6 штук. Ну, это же небольшие, вот.
Это большие? Может, и большие. Ну, нет, нет, вот, белые нет. Я не хочу, размера. Как в отеле, белые полотенца. Ну, классно. Нет, ничего классного. Ну, нет. Они, вот. Если они быстро растираются, будут серо-желтые. Они, кстати, довольно тонкие. Они, самое главное, чтобы впитывали хорошо. А это общем, понятно. Не особо, блядь. Вот полотенце по 9,50. Тоже вот народ распечатывает, видимо, смотрит. 9,50. Вот прикольно, потрогай. Да, вот это ничего. Такого ванильного цвета приятного. Да. Одно полотенце 9. Желтизна и грязь не сильно, не сразу будет видно. Не, а мне нравится такой цвет очень. Ну, да, ну, ванильный, того, как они, конечно, бежевый, как его называют. Я просто нашла в интернете, вот вот я закажу. Вот, а вот эти вот очень классные, потрогай. Вот я такого цвета и темно-коричневого шоколада. У меня вот, ваниль, шоколад. Вот их много, они стоят по $8. А ты по сколько нашла? А, я прям наборами, Вов. Там их наборами надо, большие их надо скидки. Обязательно. А, я отзывы и звезды смотрю. И я выбрала полотенце, вот такие вот ванильные и шоколадные, то есть темный шоколад лучше, и вот такой ваниль-шоколад. Точно не будет. Да я, мне не прокручу, мне цвет надо. Пойдем. Цвет но мне здесь не подходит. У нас цвет. Да там можно ими вытираться, прикинь. Я не об этом, я к тому, чтобы они были нормально впитывали. Нет, мы себя уже купили вон где-то в Маршалсе или где, в Росе, я не помню, вот таких вот дурацких цветов. Какие-то полуфиолетовый, полурозовый, полузеленый. Ну, мне не нравится. У нас один человек купается, и он тут же выкидывает полотенце. Потому что, я вам скажу, потому что большая влажность, они не просыхают. Один искупался, все, уже ничего не высохнет. Второй уже будет мокрым натираться. Раз практически нельзя. У нас полотенце там, не знаю, штук 30. Особенно после тебя и после итоге... Лёвы, это вообще атас. Так, короче говоря, я хотел... Ладно, пойдем уже арбуз. Ну, что-то... Вот тебе. Ой, это для животных? Это что, лапка? Нет, мне не такие надо. Это для машины. Тряпочки. Так, пойдем здесь посмотрим. О, слушай, смотри, сколько новиночек. Какая-то мебель. А это что такое? Это все для твоей машины чистить. Да. А что, смотри, вон. Ложки, да. Ну да, смотри, вот так на руку одел, как удобно. Нет, это вот чуланг подключил и пошел. И пошел мыть. Все, как ты любишь, Вот это вот прям тоже, кстати, это тоже, ребята, вот знаете, в чем прикол? Унификации, вот так назову это. Потому что на нашей автомойке, которая там есть у нас прямо во дворе, есть шланг с насадкой, бесплатно, на которую я могу вот это вот накрутить, и он будет точно подходить под это. И, кстати, да. В Майами и в Тампе, где будут во дворе автомойки или какие-либо шланги, они будут иметь ровно такую же резьбу. Вот и если вы купите эту штуку, она у вас везде она подойдет. Она у вас подойдет в 99%. И это уже понятно и логично. Да. И в 99% случаев вообще где бы вы ни... То есть купили вы дом, у вас выведен шланг, у него будет вот такой вот соединитель. Uh-huh. Да, поэтому они продают вот такие насадки. А это по сути, это готовое вам помыть там все что угодно. Не только машинный фасад можно помыть, там квадроцикл, джетский. Uh-huh. Это вот как раз таки пенообразователь, то есть вы спокойно сюда залили моющее средство, которое вам нужно, там для удаления соли, например, есть специальные такие, uh-huh, или для удаления грязи, или для там каких-нибудь бактерий, там, uh-huh, знаю, фасады здания некоторые обрабатывают, антимолот, например. Uh-huh. Можно залить, спокойно разбрызгать, а потом как бы использовать просто как пистолет, который будет вам еще это мыть. Ну, вот видите, тут есть, правда, вот такие вот еще. Ну, это, я так понимаю, это ручная. Слушай, а ты обратил внимание, что-то новинки? Мы с тобой тут были 2 дня назад или сколько? 3 дня назад. Но вот я не видела многих вещей. Да, вот это вот классные штуки для тех, у кого скоро наступит зима. В зимних штатах, например. В холодных. Да, и в холодных штатах. Здесь, $80. Да, это сейчас огромная скидка. Конечно, 80 было 100, баксов. У меня есть такая штука, я себе такую купил. Вот. А, точно, я думаю, где я ее видела? Да, но я ее купил дешевле. А зачем ты ее купил? В Walmart, потому что у меня была вот такая штука, но она не дала мне завести машину, когда у меня сел аккумулятор. Я это дала? И я сэкономил $600, чтобы не заказывать эвакуатор. Я вот эту подзарядил, и она у меня теперь лежит, потому что здесь она имеет... Она теперь лежит, это ключевое. Ну, когда у Олеси недавно не завелась машина, я тоже им помогал, ровно вот этой штукой, штука, ходил, да. Потому тогда что вот этой вещь, не хватает, но если сильно сел аккумулятор, поэтому это просто... Ну, как бы штука, которая просто должна быть, а она... Ну, то есть это не обязательно для холодных штатов, когда машины не заводятся. Ты да, из Томск вспомнил, да, или Москву. Нет, а это просто сел аккумулятор, даже когда если. Сел аккумулятор, он же и в наших штатах если тоже он садится. Не сильно сел, то хватает иногда вот этой штуки. А на видите, еще можно использовать ее как большой пауэрбанк для... То есть не только как прикуриватель, а еще да, как большой пауэрбанк. Ну, это вообще Jumpstart называется. Вот видите, Jumpstart Dead Battery. То есть если у вас Dead Battery случился.
Соответственно, их много разных, потому что это часто бывает, и я лучше, чем вызывать. Я как страшный сон вообще вот это вспоминаю. Да, в Москве, но что это в Томске. Она, помимо того, что она заряжает, она еще имеет электрогенератор для для подкачки шин. А так как у нас машин много и периодически что-то случается, то, соответственно, штука незаменимая. Да. То есть надо подкачать колеса, вы просто принесли, она, кстати, очень легкая, потрогает. Ну да, это она как легко очень взял. Легкая, да. Вот. И раз, нажали на кнопочку и подкачали себе колеса. Я понимаю сейчас некоторым, у нас тоже такие есть, ну, да, ладно, блин, я ладно. Знаю, что у вас тоже такие есть. Я рассказываю, ну, хорошая скидка. Во-первых, для тех, кто вдруг не сталкивался, а в основном для тех, кто сейчас вот просто приехал и выбирает, потому что, ребят, ну, часто, имейте в виду, допустим, в США услуга эвакуации автомобиля, она, да. Она у меня, допустим, включена во все страховки, да, потому что у меня там премиум страховка, у меня... А если не премиум страховка, то это в огромные деньги вылится. То это вам вылится в очень большие деньги. Да. И самое главное, значит, еще время стоять там на жаре где-то с детьми, то есть вообще не прикольно. Диванчик. Что прикольного-то? Ужас. 539. Ну так, если в офис какой-нибудь. Лего классик. 1700 кубиков стоит $55 всего. 1700 кубиков. Подожди, это не то, это кто-то оставил. Это цена? Точно цена на нем, да. Это у нас тоже Лего Классик, дети собирают постоянно какие-то с ним. Там много-много маленьких вот таких разноцветных, дети без конца их таскают, без конца что-то собирают. Катя там какую-то сайенс себе сделала, и это реально классно. $54. Хорошая цена, кстати. Я заказывала кому-то на день рождения, Лаврику, по-моему, большую коробку. Подушка? А, это на которой мы лежали тогда, да? Ее собрали, она лежала, на ней можно было полежать прям. Вот это что? Смотри, какая. А, это кровать, Вовик. А, вон она лежит, слышь, вон она, эта подушка. Не подходит никуда под стиль, но классная лампа. Стоит всего $85, вот она, видишь? Вот она. А, я не поняла. И она светится и это вот здесь, подставка. Видишь? И вот здесь светится, это и вот там. Обожу. То есть она светится в двух местах. Ой, вот это классно. Лучше красиво, очень такое теплое освещение. Была да. бы она серенькая, можно было нам поставить. И, кстати, стоимость у нее просто смешная лампа. За такую огромную лампу. Не, ну как смешная, Вов, $85 еще налог на нее. Это ж нет, не продукт. Ну я тебе скажу, что мы покупали свои там по красивая 25 лампа. Или по $35, но там говносрань. А, ну мы да. Да, а это вот, вот классный тоже светильничек стоит, не знаю, сколько он стоит, вот здесь нету. Это может он и есть? А здесь нет. А, нет. А, вот здесь, наверное, будет, вот здесь вот, да. Цены обычно везде в костках. Да ладно, сколько? Да не. Это не а, он. Это нет, это софа, это софа. Это вот. Причем, это... смотрите, о. Казалось бы, да, такой old style, стулья, все, да, стол, все. При этом, обратите внимание, что его подключаешь отдельно через переходник, и у тебя есть и USB-зарядки, и розетки дополнительные. То есть он работает еще как удлинитель. Не надо к нему тянуть. То есть его многофункциональный такой. Слушай, вот для чего вот... Продумано. Блин, знаешь, это вот как Икея. Да. Очень просто. Выглядит просто. Очень комфортно. Потому да. что люди заморачиваются с эргономикой, с тем, как будет материал этот себя вести, когда на него жопой голой сядешь там и так далее. И все это ты реально чувствуешь, что люди... Не просто сделали, чтобы продать или чтобы сделать красиво, а сделали удобно еще. Да, может быть, это не вал как красивый, не каждому подойдет, но, блин, но это вот круто. Да. Причем, смотри, это видишь, как сзади, ставишь сзади дивана, то есть придвигаешь, у тебя получается, что ты можешь пить коньяк, пока дети не видят, смотрят мультики. $110. Кстати, очень классный стильник за $110. Вот а мне он вообще не понравился. Ну, он нам просто никуда мне не зайдет. Мне вон та лампа понравилась, а светильник вообще нет. Просто никак, ни в какой вообще. Да. Мы, конечно, безвкусные ребята, но отсутствуем вкуса, но... Не, мы когда-нибудь возьмем свое жилье и сделаем все нормально. И знаете, в этом не жалко. Как засремся, вот так, как дунем. Вот, Лена, как ты проходишь мимо тележек, за сними их? А что это? Ты же любительница тележек. Да это что, твои джетски возить, что ли? Что это мне-то зачем такая? Это на самом деле для перевозки мебели. Ну вот, а мне-то она зачем? Доски везет, он доски. Доски везет, 120 да. баксов. Нет, на а самом что, деле, колесики классные. Перевозка и холодильников, и техники, то есть кто занимается. Вот это классно, это для переезда. Очень удобная вещь. У нас у самих такая есть, только она маленькая. И на ней удобно по лестнице спускаться, на нее ставится все, и по лестнице спускают. Вот так вот. И очень удобно для людей, которые занимаются мувингом. Еще очень часто удобно. Это используют
Для мувинга, для переезда. Не только для мувинга. Три в одной, кстати. Во-первых, это доставщики, кто занимается доставкой. А, кстати, доставка тоже ими пользуется. Да, потому что очень много, ребята, кто сейчас недавно приехал в США, и, ну, бывают подработки всякие, да, там, есть, откройте, есть вариант, допустим, Instacart называется, да, как вариант. То есть это когда вы скачиваете все приложения, подключаетесь по карте и можете заниматься доставкой всего чего угодно, в том числе, допустим, из Costco, Publix, зарабатывая деньги. Причем иногда это очень неплохие деньги. Но это нужно разрешение на работу в любом случае. Да, обязательно. И social. Но это те, кто уже получил или кто по грин-карте, например, приехал. И цена, смотрите, была 200. И, соответственно, 170. Вы просто покупаете вот такой, ну, это понятно, это чересчур, конечно. Ну, конечно, да. Ее можно гораздо дешевле взять. Но, опять-таки, мы просто говорим... Просто здесь она качество. Мы говорим о том, что мало ли бывает, что в одно место ты везешь, там, как правило, я сейчас могу там не точно быть, потому что я сам не пробовал, но там бывает такое, что как бы в одно место что-то ты можешь больше доставить. И можешь использовать, ну, потом это может использовать доставщики, кто в рестораны доставляет или куда-то еще. Да для чего угодно, да. И также кейтеринговые компании, кто занимается, вот мы с тобой показывали, свадьба на пляже, туда многие доставляют какие-нибудь... Фингерфуд, да, такие, да, которые... Да, они, кстати, по песку такие колеса, да, проедут. Они отличные. То есть это, конечно, в большей части это не только для себя, а в том числе для бизнеса. А для себя вот такие сиденья... Ну, естественно. Мы такое брали для переезда. Так, все. Вот. Правда, не пользовались, вызвали мувинг.